Здравствуйте, наша компания Top People хочет обратить ваше внимание на завод Trelleborg. Важные показатели – это отзывы рабочих. Приятного просмотра. Так, приветствую, как вас зовут? Меня зовут Сергей, я из Полтавской области. Привет, Полтава, привет, Украина. Привет всем подписчикам Николая. Очень благодарен вам за вакансию, за, можно сказать, за эту работу. Всем доволен. Все хорошо. Так, как давно приехали и что можете рассказать об этом заводе? Можно ли здесь зарабатывать? Приехал я в начале мая, отсидели 5-дневный карантин, сделали бесплатно нам ПЦР-тесты, вышли на работу. Зарабатывать, в принципе, можно, потому что зарплата выше, чем было заявлено в видео о Trelleborg'е на вашем канале. Плюс есть возможность брать дополнительные смены, так называемые пресс-часы, и зарабатывать, ну, скажем так, больше 1000 евро однозначно. То есть это приятно, удивление, когда зарплата больше, чем было заявлено в видео? Очень приятно, это отличный бонус, скажем так. Это просто политика нашей компании, мы заявляем всегда минимум, сколько можно заработать, но, естественно, это больше, если учесть сверхчасы, если учесть ночные смены, если учесть доплаты какие-то еще там, да, разные. Да, однозначно. Доплаты здесь хорошие. За ночные смены, за выходные дни, за пресс-часы особенно идет большая доплата. Так что всем рекомендую, всем советую завод Trelleborg и компания Top People. Все, супер, спасибо. Вам спасибо. Николай Полянский. Всем привет. Самый главный плюс, начнем с него, все-таки это то, ради чего мы сюда все едем, ну, я так считаю, это заработки, это те деньги, которые можно заработать. Завод Trelleborg – это завод, который реально достойно оплачивает труды. Общаясь с ребятами, которые здесь уже были, которые в Чехии, ну, не на заводе Trelleborg, а там на других каких-то предприятиях, и сравнивая их рассказы, я понимаю, что на заводе Trelleborg очень достойно платят. То есть завод Trelleborg и компанию Top People рекомендовали бы? Рекомендовал бы, не безусловно. Полное описание вакансий, включая зарплатную часть, найдете в описании под видео. Делаем рабочую карту на 2 года для граждан Украины и Беларуси. Если вас интересует официальная, долгосрочная и достойно оплачиваемая работа в Чешской Республике, правильный выбор – Top People.